Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил остров Великицкого, где идут работы по очистке территории от мусора. Почти месяц на острове работают 30 волонтеров из разных городов нашей страны, а также из Молдовы, Казахстана и Израиля. Они собирают металлический мусор и разбирают постройки, оставшиеся на острове с советских времен. Уже убрано 60 гектаров территории острова, собрано более 500-200-литровых бочек, а также более 200 тонн металлического мусора. Для сравнения, в прошлом это было только 30 тонн металла. Для главы региона волонтеры подготовили экскурсию по острову, показали деревянный маяк. Участники экспедиции восстановили его и организовали внутри музей истории острова. Осмотрел губернатор места хранения собранного металлолома, а также мусор и постройки, от которых предстоит расчистить территорию во время следующих экспедиций. Дмитрий Артюхов посмотрел, как работают волонтеры, и сам принял участие в уборке острова. Волонтеры уже третий год проводят экологическую уборку. Мы видим, что уже многое сделано. Есть опыт с острова Белого, когда нам удалось собрать свыше 1000 тонн металлолома. Здесь задач, к сожалению, не меньше, надо много еще убираться. И надеемся, что за два года, 2020-2021, мы вот приведем его в должный вид. Очень благодарен ребятам, которые решают для себя провести отпуск не где-то там на югах, а летят сюда в Арктику и в такой очень дружной обстановке, в таком хорошем коллективе помогают нам делать этот важнейший проект по уборке российской Арктики. После уборки и осмотра острова губернатор пообщался с волонтерами. Говорили об экологических проектах в Арктике, социальном и инфраструктурном развитии Ямала, создании современной системы сбора мусора, благоустройстве городов, а также о туристическом потенциале как Ямала в целом, так и острова Великицкого.